поздравляй, дружище, с декабрем тебя! В стране уже появились первые украшенные елки и праздник, как поется в одной известной песенке, праздник Кележатор. На нашей елке, кстати, тоже есть песни, точнее даже клипы. Довольно слов, погнали смотреть самый актуальный и прозрачный чарт казахстанской музыки во вселенной «Гакку Топ 10». На 10-м месте у нас сегодня сразу два хорошо известных тебе персонажа – Кап Харашка и Мап Макоси. Всего за 2 недели эти двое достигли самой низкой ветки нашей 10-ярусной елочки. Понимаю, зима настраивает на праздник, и грустные песенки сейчас не в ходу. Но таких опытных артистов держать на дне не совсем правильно. Голосуй! Рубрика «Падение недели» сегодня имеет сенсационный характер. Пролетев 4 этажа вниз, на 9-е место рухнула Ерке Есмахан со своим казах-жигитом. Будь она гирляндой, точно бы разбилась, и тебя потом за это мама наругает. Так что лайки не экономим, мы ж денег не берем за это, как и за ротацию клипов. Камшат Джолдыбаева сегодня тоже не в духе. Мало того, что строчку потеряла, да еще и в локальной битве с Мейденовой уступила. В ее импровизированном Билабаджио сегодня праздника не будет. Ну кто ж радуется 8-му-то месту? Строчкой выше старшей Жолдыбаевой та самая Айдана Меденова. Отныне макне золотого состава Кешью является аксакалом десятки. Да-да, Айчи-Тыке самый старый клип нашего парада. Не такой старый, как вот этот парень, но 2 месяца в своем активе имеет. И на 7-м месте обитает. Кухонных песен мастер The Kitchen Songs пока просто наблюдает за перемещениями своих коллег. Сам же, как стартовал на прошлой неделе с 6-го места, так на нем и остался. Играет там солнечным зайчиком и рыбкой. Ну ты видел, или нет? Продолжают медленно, но верно двигаться вниз парни из группы Allow. Видимо, дорогущую машину забыли на ручник поставить. Вот и докатились до самой середины десятки. В общем, если хочешь поправить их положение, ханя, ты молда.
Четвертого места стартует «Зируза», которой в десятке не было аж с сентября. Ее второй по счету клип напоминает дораму, а главная мужская роль в ней досталась Эйсету Ашмакыну. В общем, продолжает Дизи играть на нервах своих недоброжелателей. Кыенонгай. Несвободный отныне Алио Капов занимает третье место. «Уайм Дама», говорит он, еще до первого места дойду. А может и «Уайм Дама» не вылечу. Айтюр «Уайм Дама» дить, так что не парься. Будь счастлив и смотри остросюжетный клип. Неделя не прошло с тех пор, как мы проводили Moonlight на заслуженный отдых, а они снова оказались на втором месте. На этот раз со своей новой композицией «Kiss». Кстати, внимательные фанаты корейской культуры уже разглядели в сюжете клипа схожесть с сериалом «Убей меня, исцели меня». И откуда у этих дуран такие сложные названия? Вот в наше время были «Я люблю его, мама», «Когда ты станешь моей», все просто и понятно. Эх, шастушак. Так незаметно мы и дошли до первого места, а значит, быстренько повторим пройденный материал. Десятое место у Махпал и Нуржана. На девятое рухнула Еркей Смахан. Камшат Жолдыбаева, сегодня восьмая. Седьмая строчка у Айданы Меденовой. The Kitchen Song стабилен на шестом месте. Пятерку получают Алау. С четвертого места в долгое плавание отправляется Зируза. Алио Капов снова третий. Moonlight вернулись на второе место с новым творением. Свой первый юбилей в 5 недель отмечают парни из группы Mad Men. Все эти недели ребята провели на первом месте, чем здорово удивили многих. То ли еще будет. У безумцев есть еще 10 недель на новые свершения. А это аж до февраля следующего года. Так что держахнда.
жүрегімдегі жүрдімнің жалғыз емі тек сен жолма. На этом у нас все. В эфире был самый актуальный и прозрачный чарт казахстанской музыки во вселенной Гакку ТОП 10. До встречи на следующей неделе и не забудь захаживать к нам на сайт. Ты знаешь зачем.